Мы же решили с Игорем, что последняя песня в этом концерте спою я. Вот. Просто у нас более подходящей песни не нашлось, как песня, которую я себе написал еще на 40 лет. Сам себе написал. Ну, как говорится, всем богатым, всем радостным. Что такое мои 40 лет? Может, опыт, почет и ум? 40 лет седина в бороде и застегивающийся костюм. А я снова с друзьями пью, как и не было этих лет. Только сами уже не спою, и Серов, и Павлов нет. Что такое мои 40 лет? Это рак и Петербург, ночь на Невске, в степи рассвет, и, конечно же, славный друг, и тепло, и уют семьи, где спокоен и счастлив я. Две кровинки, две дочки мои, их мама, любовь моя. Птица память не смеет уставать, на деревне крылом помаши. Там останешь отец и мать, и частичка моей души. Стать богатым, увы, не смог, на диване лежал прижняк. Это верно, но видит Бог, ни о чем не жалею я. Мою честь золотой солю, это ветер весну скружит. Если песни мои поют, я уже не напрасно жил. В мою честь золотой салют, это ветер весну вскружит. Если песни мои поют, я уже напрасно жил.